Олейник. Продержали его, а мяч остается у КамАЗа. Это опасно, это выход один в один. И что делает Челнинцы? Вот как сейчас не принес своей команде победу. На коленях стоят, на коленях стоят. На кромке поля, которые покинули игру вместе с тренерским персоналом. Посмотрите, что здесь делается. Это как такое можно было допустить в обороне?